чего мышка на блины забралась? Я ж блины, ну как, вкусные? Дай мне попробовать. Какие вкусные. Привет, друзья! С вами Олеся на канале «Готовим дома». И сегодня мы с моей маленькой помощницей приготовим нежные, как шелк, вкуснейшие блинчики на сливках. Блинчики получаются тоненькие и очень нежные. Готовлю их уже около 10 лет, и это самые вкусные блины из тех, что я пробовала. Наша семья их просто обожает. Попробуйте и вы! В миску разбиваем яйца. Добавляем щепотку соли. Сахарную пудру. Пудру можно просеять. Хорошо перемешиваем. Добавим чайную ложку ванильного экстракта. Можно заменить чайной ложкой ванильного сахара. Вливаем 220 мл молока. Просеиваем муку. И хорошо перемешиваем. Вливаем сливки. И в самом конце добавим немного растительного масла и хорошо перемешаем тесто. По консистенции тесто получается как жидкая сметана. Можете немного разбавить его молоком по желанию, чтобы блинчики получились более тонкими. Сковороду с антипригарным покрытием хорошо разогреваем и смазываем тонким слоем растительного масла. Наливаем тесто тонким слоем. И жарим до золотистого цвета с одной стороны. Аккуратно переворачиваем. И даем зарумяниться с другой стороны. Посмотрите, какие нежные и красивые блинчики у нас получаются. И цвет просто бесподобный, золотой. К этим блинчикам я готовлю вкуснейший апельсиновый соус. Рецептом соуса поделюсь с вами в следующем видео. Ну а на сегодня у меня все. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями. А я прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Скоро увидимся!